Всех приветствую, канадец, с вами Аркадий, и сегодня я начинаю играть в игру под названием Oval Boy. Oval, понятно, это сова, бой мальчик. Сова мужского пола. Или просто будем звать его Oval Boy. А как еще? Ну, сова мальчик, сова бой. Сова бой. Не, Oval Boy лучше звучит. Итак, это пиксельная игра, как вы уже успели заметить. Но на втором экране у меня открыта программа OBS, и там видно, как будто нет пикселей, понимаете? Вот так вот. В маленьком разрешении это будет выглядеть как нормальная картинка. Ладно, я отвлекся. Так, все, что я знаю об этом, об этой игре, это то, что это будет происходить в мире, где летающие острова, где уже показано, это все происходит на небесах. Там будет нас ждать ожидаемое приключение, все такое. И то, что у нас мальчик вроде как глухой. Все. Это все, что я знаю. Какой здесь сюжет? Что тут? С чем придется бороться? И придется ли бороться вообще? Я не знаю. Так что давайте-ка начнем. Начинаем новую игру. Да. Я вообще про этот мир ничего не знаю. Почтенные. Возвышенные. Мудрые. Вот какими стремятся быть все мы, совы. Много веков мы трудились, чтобы люди привыкли уважать нас. А сейчас наступили непростые времена. И теперь тебе, моему ученику, придется нести на своих плечах бремя чести совечества. Я вижу, ты вырос, превосходного совенка, Отус. Со временем я сделаю из тебя полную копию меня. Не надо так волноваться. Для тебя это великая минута. Хотя ты и родился немым, под моим руководством ты станешь одним из толпов нашего общества. Да, вижу, нам предстоит много работы. Не беспокойся, я тебя подтяну. Немым? Я же вроде читал глухим, ну ладно, будь немой. Я буду честен с тобой, Отус. Ты не очень хорошо справляешься с учебой. И потому я подумал, может быть, твои таланты заключаются в чем-то другом? Так что сегодня мы займемся полетами. Готов спорить? Ты давно об этом мечтал? Да. Хорошо, тогда слушай внимательно. Нужно просто прыгнуть вверх. А, потом ты будешь в воздухе раскрыли из махими. Совиный плач, который я тебе дал, сделать все остальное. Я, блин, я уже сразу пробел нажал. Чтобы прыгнуть, ладно. Давай, Отус, покажи, на что ты способен. В, а, В, прыгнуть. А, хорошо, ты летишь. Теперь попробуй отлететь подальше. Видишь платформу там наверху? Где? А. Лети туда и приземлись на тот остров. А потом... Я научу тебя настоящим трюкам. Лететь, 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 давай! Не смогли. Хм, что ж, Отус, ужасный полет. Должен признаться, я глубоко разочарован. Обычно ученики схватывают все на лету. Ну, бывает. Завтра мы вернемся к обычным занятиям. Мне больно смотреть на твои неуклюжие попытки. Блин. Скорей, Отус. Веселье. Людям нужна наша помощь. Засуха не будет так терпелива к твоей нерасторопности, как я. Почему ты оставил сосуд с водой на земле? Возьми его немедленно, скорей. Так. Так, о. Постой. Ты выплескаешь воду. Дай я посмотрю, осталось ли внутри хоть что-нибудь. Ага, поставь сюда. Поставь сосуд сюда, хорошо. Ай, блин. А, я прицеливаюсь, блин. Нет. Я же сказал поставить, а не бросить. Как мы теперь отнесем воду жителям деревни? Я этого не забуду. И я сделаю так, чтобы остальные узнали, как дорого нам стоит твоя неловкость. Ты понял? Не могу описать, как я разочарован в тебе, Отус. Оставь меня. Я сам отнесу воду в Вилье. Ага, значит, там пожар идет. Ё-моё.
Отус, ты подводишь меня снова и снова. И снова. Сегодня уроков не будет. Сегодня тебе придется поговорить с остальными жителями деревни. Задание проще некуда, правда? Даже для тебя. Пусть они все скажут тебе, что они думают о тебе и о твоей неуклюжести. И не возвращайся, пока не узнаешь все, что должен узнать. Ё-моё! Не, ну это просто жесть. Говорить. Сказать правду о тебе? А ты уверен, что хочешь его услышать? Ой, блин. Ё-моё. Хочешь знать правду? Ты не мой. Вот только рассказать об этом все равно не сможешь. Да, его тут жестко угнетают. Почему ты так волнуешься, Отус? Хотя, еще бы тебе не волноваться. Да, бедный Отус. Сейчас он свалится. Ну а что ему еще делать? Только... умереть. Самоумереть. Так часто бывает. Ладно. Так. Отус! Отус! А, проснулся, да. Проснулся наконец, да? Мы опаздываем. Хорошо, что я пришел разбудить тебя, иначе бы ты поспал еще час. Немедленно вставай и выходи ко мне. Это был сосок, что ли? Опа. Ха. Ха. Блин. Как неуклюже мы встали. О-о-о. Поселение Веллие. Вот оно начало. Прекрасное пиксельное начало. О! Отус! Не зевай, иди сюда. Да. Наконец-то, Отус. Сегодня мы продолжим патрулировать Веллие. Недавно здесь побывали пираты. Ты знаешь, что делать? Сообщай мне или стражам, если увидишь что-нибудь подозрительное. Есть вопросы? Нет? Тогда выступай. Хорошо. Да. Красавчик. Ладно. Ладно, патрулируем. А! У нас есть шкала. Опа, опа, опа. Хорошо, патрулируем. Опа. А. Сюжетные кольца. Исследовать. М? Ничего, да? Какие-то древние руины. Хорошо. Опа. Эй, друг. Эй, друг, ты сегодня на посту? Может, потом забьемся чем-нибудь? Отус и Гедди. Неудержимая команда. Почему бы нам сегодня не устроить вылазку в Адвент? Дай знать, когда освободишься. Я пока чиню эту пушку, надо быть готовым ко всему, верно? Согласен. Пираты не дремлют. О. Нормально. Опа, опа. Это кто у нас? Привет, кошка Отус. Ищешь пиратов? Я, кажется, видел их. На западе у наблюдательного пункта. Можешь проверить? Хорошо. А еще, какой-то бедокур шляется по деревне. Это ведь не ты, правда? Кто-то украл мои бонги. Не сачкуй, полыш. Хорошо. Сейчас, я проверю тут. О! Какая-то мадам. А, ладно, ладно. Музыкальная, я просто хотел поговорить. А, привет, Отус. Ты сегодня на посту? Я слышала, здесь будет какой-то бедокур. Я очень надеюсь, что это не пират. Я слышала столько страшных историй про пиратов. Даже ходят слухи про одного огроменного.
Как могут эти корабли так спокойно летать, когда где-то рядом пираты? Ха-ха-ха, но здесь Вильяс безопасно. Только ты не заигрывайся слишком хорошо, Отус. С нами все будет хорошо, если ты не будешь отвлекаться. А, согласен, согласен. Так, пираты где-то... Гатика, кажется, наша деревня полетелся халтурщик. Это точно. Это ты-то самый бедокур, что бродит по крестам, Отус? Для меня ты точно бедокур. Вот именно. Я видел, как Азио шел к профессору. Учитывая строгость Азио, он с тобой еще хорошо обходится. Так что будь хороший собой и выполни свой долг. Вот именно. Сейчас, подождите. Я же верно полетел, да? Вот. Так. Ага. Пираты где-то здесь. Где, 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 где? О, блин. Бу! Ха-ха-ха-ха! Эй, Фиб, круто ты поймал его. Точно, бананчи. Кажется, он все-таки научился летать. О, тут чувак, какой же ты трусишка. Сова должен быть бесстрашными бойцами. Тебе точно разрешение занимать этот пост? Разве все не считают тебя дурачком? Ты вообще уверен, что ты сова? Какой смысл его спрашивать, Фиб? Он все равно не ответит. Точно, он же не мой. Не мой дурачок Отус. Ха-ха-ха-ха-ха! Эй! А ну-ка ответьте от Отуса. И возвращайтесь на пост, а то я позову Стрикса. О, дружбанчик. Опять меня обижают. Наплюй на них, Отус. Они просто тебя задирают. Ну, дружбан. Слушай, почему бы не побыть с тобой? Я помогу тебе патрулировать местность. Мы покажем. Хватай меня и полетели. Опа. Что это означает? Так, 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 так. Ага. Гедди, лучший друг Олтуса, оборонительный механик Вилли. У Гедди есть бластер, весьма эффективный в большинстве случаев, но с камнем или металлом не справится. Хорошо. Ага. А в кого стрелять? А! Все. А, зачем брать? Я знаю, что здесь пираты есть. Может, где-то они появились? Ну, мы летаем. Хопа. Хопа. Полетели. Благо, это можно сделать сейчас. Ладно, нам вообще туда. Если там нет пиратов. Опа. Сейчас. О! Извини. Ой, блин! Отус, извини. Генри, все фу. Мне бы научиться. Что такое, Отус? Ученики Стрикса что-то натворили? Наплю на них, Отус. Они просто хотят тебя уесть. Давай, поваляй немного горячими источниками, станет полегче. Ты как будто борешься с жаром, друг. Дай-ка я покажу тебе, что делать. Вот так, чувствуешь? Главное принять эту кипящую воду. Расслабься в ней, погрузись в нее. Дай ей шанс. Да, стало легче. Вот так, приятель. Никогда не забывай отдыхать. Учись у Тоби. Тоби умеет расслабляться. А, это мы повышаем здоровье, да? Спасибо. На туды. Хорошо. Сохранение пошло. Уи. Так, хорошо. Так, так. Ага. Стоп, подожди. Это место нормально, да? Входим. Итак, как видишь, Азио, этот экран располагается в сердце машины. Он показывает карту местности в режиме реального времени.
Это мое величайшее достижение. Я не понимаю. У нас есть карты. Соу всегда пользуется самыми свежими картами. Не будь глупцом, Азио. Острова парят, а Соу осталось совсем мало. Вот наше будущее. Ух. Возри же, передавая технологии в действии. Ха! Ха! Меня это не впечатляет. Чтоб его! Все прекрасно работало, пока не появился ты. Наверное, что-то... А? У меня лаборатория твой ученик, Азио. Отус, что ты сделаешь? Дай лучше немного свободы, Азио. Пускай побудет, если он что-нибудь не сломает стола. Главное не болтайся тут долго. Возвращайся высматривать пиратов. Хорошо. Пошли! Пираты где-то рядом! Смерть пиратам. Смерть пиратам. Так, хорошо. Пиратов видите там, но... Не там, не тут. Вот, я... Где вы видите пиратов? Я не вижу пиратов. Ладно, стрелка показывает туды. Полетели наверх. Может, узнаем про пиратов там? Так, они нам не откроют. 100%. Значит, пираты... Где-то... А, мы можем разрушать предметы. Хорошо, мы с вами... веселимся, короче. Хорошо. Ну, конечно, это весело, но... Где пираты? Может, есть какие-то задания? Настройки, монеты, предметы, так, система. Нет, настройки, монеты, предметы, назад. Ладно. Но я не вижу никаких пиратов. Может быть, они либо не прогрузились, что вряд ли. Уи! О, намалек. А что у нас тут? Бимбо-дом. Понятно. Дом барабанщика. Взять. Хорошо, посмотрим, куда указал старик. Может, здесь? Нет, там нет. Может, нужно как-то перелететь? Мы же просто... Нет, нельзя. Он здесь был на этой пушке. О! Пошли, сохрани. Эй, Соус! Собираешься освежать пиратов? И сбежать при первой опасности? Уф! Посмотрите на него! Посмотрите на него! Он и то держится на ногах! Опять вы, придурки! Эй! Дружбан! Ты в порядке, приятель? О! Да, спасибо. Ты один из учеников Стрикса. Я тебя раньше не видел. Ага, да. Банчи и Фип. Мои одноклассники. Хорошие друзья. Тебя зовут Солус? Слушай, они уже нападали на Отуса. Если они опять к тебе пристанут, просто позови нас. Спасибо, ребята. Хотя они правы, я трус. Не говори себе, парень. Слушай, Кто-нибудь, помогите! Малдин! А! Что? О нет, это Бердакур! Быстро, Солус, зови на помощь! Мы с Отусом поймаем его! О, ладно. Отус, хватай меня и погнали! Так, он внизу. Так, Бердакур. Так. Так. Он упал вниз. Ай, блин. А, тебе понимаю. А, стоп. А если это взять? Ага. Все. Так, бедокур, ты где? Ага. Войти. Кажись, вот там. Ну, судя по колечкам, то так. Вот, смотри, это бедокур. Ага. Ты чё, у меня пулеметчик? Так, летим.
Ага, тут кто-то есть. Не зря, не зря. Все. Ура, монетки. Так, так. Фух. Хорошо, что лазер. Ага. Трубо, в трубо. Стоп. Че? Стоп, че? Так, может, что-то я не пойму? Не? А как он туда попал? Извини, извини, друг. Мне надо попробовать. А-а-а! Понятно. Полетели, полетели, полетели. Извини. О. Ага. Значит, это враг. Я вообще сначала подумал, что это... Ага. Отстань от меня. Наблюдаю, наблюдаю. О! Отстаньте, отстаньте, отстаньте от меня. Я сова. Ага. Полетели вверх. Че? Извини. Ага. Так. И что там? Куча-куча монеток, спасибо. Извини. Извини, приятель. Я тебя постоянно куда-то... А, точно. О, хоть я тебя ровно. Извини. Так, извини, приятель. Полетели. Ой, блин. Мне больше этот камень нужен. Летим, летим, летим. Давай, давай, давай. Все. Ай, блин. О. Ай, блин. Давай, живи. Летим, летим, летим. Где же ты? Ну, давай, покажись. А? А-а-а! Берегись! Друг! Ты живой? Ты живой? Будь ты живым, пожалуйста. Отус! Отус, очнись! Ох ты ж. Пожалуйста, скажи, что ты в порядке, Отус. Фух. О нет, я не знал, что ты обещал настолько опасно. Держись, приятель. Хорошо. А, я могу драться, да? А, ох. Так, я вращаю же. Опа. Да. Что-то не так, да? А, нужно закрутить полностью. А, понятно. Хорошо. Ага. Так. Хорошо. Все, получай, 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 получай. Еще, 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 еще. Так, я не умею сражаться. Ага. Сверху надо открыть. Ага, хоп. Открылось. Так, ага. Все. Прощайте. Прощайте все. Все. А! Так. А, я даже могу в воздухе вращаться. Все. А что это было? А, снова катсцена? А, серьезно, так легко было? Хорошо. А, что надо, чтобы совпали? Хорошо. Это легко. Это, кажется, нас обучают. Хорошо.
Уф! О, это ты! Я думал, это та зеленая фигня. Ага, эй! Эй! Я нашел тебя! О, я жив! И ты тоже! Мы самые лучшие! Ладно, успокойся, Отус, сейчас же не время праздновать. Нам бы выбраться отсюда, пока еще что-нибудь не обрушилось. Хорошо, берем. Так, все. Уничтожаем врагов по возможности. Все. Так. Ага, извини. Съесть. Ай, блин. Так. Извини. Да! И едим. Пошли, Отус. Все. Так. О! Можно разрушать. Нифига себе. Хорошо. Да. Не получилось ли, да? А! Сундучок! Все. Ради сундука все затевалось. Так. Да. Все. Забираем. Молодцы. Так, он там. Хорошо. Все. Ой, блин. Убегает от нас. Не убежишь. Ага. Ага, извини. Пьется без тебя. Ай. Все. Ай, блин, чё? Так. Ага. Да. Хе-хе-хе. Ну, а, это, кажется, я понял, для чего камень. Так, возьмем. Извини, я пытался. Ему, кажется, не видел с таким другом, как я. Все. Как ты, приятель? Пошли. Тебе тоже нужно что-нибудь поесть. А ты сейчас сдохнешь, бедняга. Съесть? Все, поставили. Нужно что-то все-таки есть. А то без этого никак. Хорошо. Мне уже игра пока нравится. Все, подожди. Ага. С этими камнями я могу бороться. Ай, блин. Ой, блин. Извини. Я не специально. Так, все. Все, ты хотя бы так вот. Ой, да, блин. Извини, с таким другом тебе точно не везет, как я. Ага. Ура. Пошли, Отус. Опа. Пещера снова трясется. Убегаем. Ого. Ну-ка. Что тут нашел? Ого. А. Не такая реакция должна быть. Опа. Что за фигня? Опа! А, он из железа! Извини.
Так. Да-д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 а. А, он даже надевает. Да-да-да-да. А, точно. Давай-давай-давай. Все. А, чё? Не, он все равно, да? А? Это? Так. А! Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Да блин! Ай! А-а-а! Отос? Ай, блин! Давай! Красавчик! Фу! Давай, у нас мало времени. Опа! Ладно, побежали. Нам нужно что-нибудь съесть. После такого босса. Так. Так, стоп. Что-нибудь есть? А. Хорошо. Бах. Побежали. Так, пока никого. Все? Тупик? Ого, что это? А, ну свет есть. Похоже на старую реликвию весов. Но почему она здесь? Думаю, мы должны понести ее кусочек профессору. Ха! Попались! А! А... Отус. Этот мерзкий полукообразный поймал нас. Надо выбраться из паутины. Два, три, четыре. Я пытаюсь порвать что-то, да? Ну? Ну? А, нужно стрелками. Я пытаюсь кнопкой мышки. Отлично, Отос. Можешь мне помочь спуститься отсюда, а? Еще чуть-чуть. Все. Красавчик. Да, потрясающе. Ты спас мою жизнь, Отос. Вот он, мой самый лучший друг. Так, прежде чем мы пойдем, я заберу кусочек этой реликвии. Давай, забирай быстрее. Хм, кажется, это плохая идея. А? А? Че это? Чё это? Чё это? Чё это? Ребят, откройте глаза. Вы... А, что это? Похоже на какое-то устройство с кнопкой. Странно, если его сделали совую, ему должно быть уже сотни лет. Но оно выглядит абсолютно целым. Интересно, что будет, если мы нажмем на кнопку? А, да, думаю, ты можешь попробовать. Хорошо. Та-да! Ну да, мы нашли. Так, опа. Фигня засветилась. И что это? Странное устройство. Странное устройство с кнопкой. Вероятно, его создали древесу. Ну, спасибо. Да, вот, нажми эту кнопку. Я просто... Отойду. Просто постою туда, да-да. Давай. А? Че? Ого! Я только что телепортировался. Это же потрясающая технология. Совы делают такие штуки. Попробуй еще раз. Ура! А тебе представь, что будет, если мы покажем эту штуку профессору? Хотя... Надо выбраться отсюда, пока пещеру не завалило. Так. И что делать? Ага. Так, ну нам путь туда только. Так. Ай, блин, извини, вот.
То есть Генри. Хорошо. Я сейчас принесу какую-то штуковину. Так, стоп. Ага. Так, посмотрим, что есть наверху. Подожди, там. Я пока слетаю за какой-нибудь фигней. Ага, ну, фигни у нас никакой нет, да? Вообще никакой. Стоп. Хорошо, бегать мы быстрее не можем, да? А-а-а! Все, блин. Телепортатор, я могу его телепортировать, хорошо. Ой, блин, извини. Да, блин. Все. Хорошо. Все. Улетаем, опа. Все. И опа. Опа. Ну вот. Так, я привыкну к этому телепорту. Мне больше никогда не придется ходить. А теперь, да, вернемся к... Че? О, нет, снова трясет. Но... На этот раз толчки как будто идут снаружи. Быстрее, надо посмотреть, что происходит. Блин. Извини. Так. А, это мы... А, мы уже здесь ходили, да? Вот, вы же вошли отсюда, да, в пещеру? Как будто да. Ладно, полетели. Фух. Почему так стало темно? Сколько же мы гонимся за ним? Еще должно быть утро. А, что происходит? Пираты. Пираты. Ё-моё. Так, все, пираты захватили нашу деревушку. 5, 6, 7, 8 кораблей. 9, 10. 10 кораблей. О нет, небесные пираты. Я еще не успел починить нашу пушку, мы совершенно беззащитны. Пожалуйста, возьмите с собой, нужно держаться вместе. Еще доберемся до лаборатории, сможем придумать азио профессора. Они сообразят, что делать. Фух, ладно, дайте-ка... Ага, подождите-ка, есть сохранение, да? Ладно. Давайте-ка с этим мы продолжим в следующей части. Будем бить пиратов и спасать нашу деревню. На этом мы закончим. С вами был Аркадий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, до скорой встречи.